Сегодня мы будем тестировать гриль английской торговой марки Manfield. У нас дома много какой техники Manfield. Вот. У нас есть духовой шкаф, микроволновая печь, вытяжка, варочная. В принципе, вся, наверное, техника у нас дома Manfield. То есть мы, да, в принципе, и довольны, поэтому решили купить в том числе электрогриль. Попробовать. Да, попробовать. В данный момент мы сейчас его распакуем, включим первый раз и попытаемся приготовить то, вот, все то, что здесь вот у нас, в принципе, представлено. И съесть. Упаковка, как всегда, любой другой продукции Manfield качественная, неплохая, яркая. То есть, ну, в принципе, мне нравится. Давай посмотрим, где произведено. Так, так, вот бирка, где-то она произведена. Так, это вес, это серийный номер. Так, made in Portugal. Ну, сделано в Португалии, Европа. Супер, отлично. Все, открываем. Так, открываем. Так, какая-то пленочка. Убираем его, выглядит заманчиво, неплохо. Достаем. Опа! Так, коробка убираем, там инструкция, гарантия. Потом посмотрим. Смотрим сам гриль. Оп, снимаем пенопласт. Так, снимаем пенопласт. Убираем. Чуть не разбили сразу же. Ну, оп. Вот он, собственно, наш гриль. А какого цвета он бывает? Так, посмотрим. Оп. Бордовый. Там, по-моему, еще нам предлагали черный и серый. Ну, я был бордовый, больше нравится. Угу. Так, посмотрим. Он может складываться под, как мне сказали, под углом 90 градусов. Вот так. Плюс это так на 180 градусов можно так жарить. Мы, в принципе, Это на двух можно жарить? Да. И мы, в принципе, попробуем жарить и так. То есть, как мне сказали, эти штуки снимаются, их можно мыть в посудомойке очень легко, как это видно. Круто. Происходит, да? Угу. А так вот можно либо так зажимать, тут есть какое-то расстояние, не объяснили, либо же вот так вот зажимать. Будем учиться. Да, что мы сейчас и пробуем. Так, а здесь вот, я даже не знаю, тут есть даже какие-то программы, то есть, наверное, для каждого вида продукции. А, овощи, мясо на пятерке, вот овощи. А это что? А это можно. А, это можно делать с бутерброды. Да, с хлебом. А это размораживать. А это размораживать, точно. Окей. Сейчас будем пробовать. Достали инструкцию. То есть, в принципе, все вначале стандартное. То есть доходим до режима приготовления. В принципе, есть три режима приготовления. Это так называемый контактный гриль, когда пластины соприкасаются друг с другом. Это чтобы и сверху, и снизу были такие рубцы на мясе, на стейке. Вот мы будем его сильно использовать. Режим жарки, как написано в инструкции, это для некий щадящий режим, для, например, для рыбы. Третий режим, это вот такой на 180 градусов открытие. Мы на нем сегодня попробуем пожарить, не знаю, например, овощи. Овощи? Да, окей. Так, предварительно мы сняли пластины, помыли их и смазали маслом. А теперь мы будем решать, что приготовить. А, уже, наверное, я предлагаю приготовить в первую очередь стейк паризиен из мраморной говядины. С овощами, наверное, да? Да, с овощами. Угу. Окей. Все. Предварительно мы разогрели гриль и уже положили стейки. Подставили специальную тарелочку, потому что будет стекать жир. Итак, закрываем, да? Пробуем закрыть? Угу. Или как? Готово. Заходи, что получилось. Вот так вот. Мы не солили, не перчили. Ну так, а пускай будет прижато. Ой, извините. Мы не умеем просто этого делать еще. То есть мы перенесли гриль по вытяжку, потому что очень хороший ароматный запах пошел по кухне. И как видно, он уже достаточно подрумянил. Неплохо мясо. Мы сейчас его перевернем, чтобы получить крест-накрест. Если получится, да. Но уже достаточно все очень аппетитно, да, и вкусненько. Поставь туда жир. Поставь под жир. Угу. И мы еще сделаем поменьше жар. Поменьше мощности, да, нам надо убавить. Для того, чтобы не подгорело. Все, закрываем, да? Да. Один мы уже стейк сняли, это медиум. Мы пожарили, а второй мы обжариваем побольше. Вот что получилось. Так, мяско мы уже сняли. Второй кусок, это medium well. Это medium well мы пожарили.
Теперь положили овощи. Сейчас овощи мы закрываем и прижимаем. Какой хороший запах. Идеально. Да, пахнет очень вкусно. Итак, первое блюдо готово. Одна порция, вторая порция. Все получилось очень аппетитно, очень вкусненько. И мы сделаем небольшой перерыв на дегустацию. Стейк был хорош, но его было мало. Поэтому мы решили пожарить еще колбаски под названием чебапчичи. Да, ложим, прижимаем. О, хорошо. Включаем вытяжку. Включаем вытяжку. Так, смотрим, какая у нас красота. Мяско мы снимаем, да. Колбаски, а овощи еще немножко пожарятся. Аппетитненько очень. Да. Да, овощи надо пожарить еще. Итак, пока овощи еще жарятся, доходят, колбаски уже готовы к употреблению. Приступим. Манфилд не подвел, колбаски были идеальны. Как и стейк. Ну, хочется попробовать еще и стейк. О, то, что надо. Рыбный стейк мы не прижимали до конца, мы оставили зазор, потому что рыбное мясо это нежное мясо, поэтому мы оставляем такой вот небольшой зазорчик, чтобы он был максимально вкусный. Вот готов наш стейк из лосося. Мы, на этом наш обзор подходит к концу. Мы сегодня за вечер пожарили стейк из мраморной говядины, колбаски из мраморной говядины, стейки из лосося. В целом, грилем и ужином очень довольны. Гриль компании Manfield можем смело рекомендовать к покупке. Он нас не подвел, как и, в принципе, вся остальная техника, которая у нас дома есть. Поэтому все супер. И мы хотим ему порекомендовать, пожелать приятного аппетита и хороших покупок. Приятных, да, покупок.